Всем здравствуйте, мы сейчас с вами посмотрим гадания на Россиюшку-матушку в ближайшее лето. Лето у нас наступает через 3 или 4 дня, 27 у нас, сколько у нас там, 31 или 30 дней? Ну ладно, через 5 дней наступает лето. Поглядим, чего у нас там как в Россиюшке-матушке. Как дела обстоят? Как у нас там с надоями? Как у нас с кроликами? Как кролики размножаются? Посмотрим, сколько мяса дают. Сколько коровы молока дают. Сколько произвели мы... Что мы производим там? Нефти, газа. И металла. И удобрений. Так. Давайте посмотрим. Для начала, куда ситуация у нас идет, куда ситуация развивается. Тихо. Ситуация, куда у нас развивается, куда наш цветок лезет. Ну, три короля уже вижу. Три короля, возможно, устроят пирушку. Ситуация развивается зло. Ситуация зла. Здесь дама, я даже комментировать это не буду. Дама пик выпадает в основе. Ситуация прорастает из зла. Далее, что... Корень. Корень. Корень это дама пик. Цветочек у нас такой вот. Расклад цветочек. Куда ситуация прорастает? Ситуация прорастает из зла. То есть злость. Куда идем? Ночная поездка со знакомым. Ночная поездка это у нас путь куда-то. Темный путь куда-то у нас ведет. Куда он ведет? Дальше посмотрим. Прорастает наш цветочек. Тянется дальше. Благодарности. Пустая беседа, проблемы в пути. Остановка, вижу, в пути идет, но... но далее, скорее всего, продвижение будет. Остановка в пути, это не есть остановка полная. Дальше, скорее всего, продвижение куда-то у нас будет. И в том, и в другом смысле. Хотя остановка в пути у меня, по-моему, выпадала на лето. Оно вот как ситуация остановилась, оно почему-то дальше не развивается. Это, возможно, связано с какой-то политической системой. Политическая система, государственность, что-то вот там вот ломается. Ломается, это не значит, что действовать не будет. Ломается, это значит, что выхода никакого нет. Возможно, это описано у меня политический кризис. Кризис. Ну, как-то вот так. Конфликт опять. Конфликт почему-то на потом отложен. Какой-то конфликт у меня есть. Конфликт опять почему-то назревший, я так понимаю, это внутри. Внутри или клана, класса, внутри страны. Скорее всего, здесь класс показывают. Класс или клан. Помощь женщины в деле. Так, давайте вот здесь пока оставим, потому что здесь под вопросом. Конфликт. Чего там такое происходит во власти, я, честно признаться, даже не догадываюсь. Как-то странно там все происходит. Монолитности я не вижу. Так, что у нас еще? Прибыльное дело в другом городе вижу, либо в другом государстве.
Вот куда-то туда отправятся. Туда они еще не отправлялись. Короли. Вот наши короли, которые сидят. Они туда еще не отправлялись. Вот они туда отправятся. Дальше идет ситуация. Сейчас вот этот путь разберем. Вот этот путь сейчас мы разберем. Что это такое? Куда они думают отправляться? Так. Государственность вижу, но государственность никуда не движется. Вот она, государственность, вот она. Государственность у нас куда-то вот хочет. Вот сюда. Сейчас мы вот это вот место просмотрим, куда государственность у нас тянется. Развития никакого не вижу. Политической системы. Оно как остановилось, так и остановилось. Так, а куда-то думают идти. Короли куда-то думают идти. Я сейчас место опишу, ситуацию. Куда-то думают идти. Ситуацию сейчас я опишу, что это за ситуация такая интересная. А пока ситуация задерживается, пока задерживается она. А не критично, но ситуация задерживается. А готовится подарок кому-то. Здесь подготовка идет каких-то действий. Вот именно какой-то другой город. Тут злость у нас идет. Почему-то женщина. Женщина, почему-то женщина. Женщина, так. Что еще? Женщину. Женщин пока мы немножко трогать не будем. Немножко трогать не будем. Не будем их трогать. Ситуация какая-то с покровителем связана. Опять женщина, поддержка от женщины. Ситуация не назрела, поэтому здесь что-то как-то... Получение материальной выгоды. Скука, тоска. Пока я не вижу развития ситуации. Вот ситуация должна развиваться в каком-то другом городе. Городе, близлежащей территории. Ситуация какая-то должна развиваться. Она в скором времени назреет. Но задержка в делах есть. Вот так. Россия, лето. Давайте посмотрим основное, потому что я вижу, что идет как-то все в одном направлении, и гадать особо здесь не на что. Все в одном направлении идет. Повышение ставок. Ставки повышаются. Сейчас мы еще рассмотрим, кстати, повышение ставок. Пока Россия. Основное сейчас смотрим. Россия. Самые важные события. Все самое важное. Посмотрим. Парочка выпадает у нас, да? Веселое времяпрепровождение. Что наша жизнь? Игра. Россия втягивается в очень большую, я так понимаю, игру. Исход которой неизвестен. Сюрприз. Неизвестный исход. Мы втягиваемся в какую-то очень большую игру, исход которой неизвестен. Карты не выдают. Сюрприз идет.
коробочка с бантиком. В ней может быть все что угодно. Так что вот как-то так. Плохие новости из казенного дома. Надеюсь, это не для меня. Так. Казенный дом. Казенный дом. Здесь какие-то люди чего-то будут решать. Коренные проблемы, они создаются именно в казенном доме и осуществляются им. Они будут где-то осуществлены на пороге июня, июля, начала июля. Тут какие-то вот они создают окончательные какие-то вот планы. Здесь вынашиваются, но вести будут плохие. Я пока остановки конфликта не вижу, кто бы что ни говорил. Сбор единомышленников есть. Тут и иностранцы, кстати, есть. Иностранцы, сбор единомышленников идет, вот он. Знакомство с мужчиной, здесь еще кто-то будет у нас. Какая-то еще одна страна. А к чему она подключится, эта страна, я не знаю. Не берусь судить. Сейчас повышение ставок посмотрим. Пока здесь я вижу плюсом к нам идет еще одна страна. В каком качестве, только непонятно. Ведь она идет откуда-то с востока, страна. Единомышленники здесь получается. Может здесь даже три страны. Три. Одна точно наша. Одна, возможно, с полумесяцем. Другая, я не знаю, что это за страна такая. Еще какая-то страна. Я так понимаю, большая какая-то. Чего еще? Ссора, хлопоты в семье. Вот здесь что-то непонятное у нас уже в России происходит, либо на близлежащей территории. Но! Если близлежащая территория, это у нас может быть еще и Восток. Если Восток, это Китай. Если не Китай, где-то рядом с нашими границами. Рядом очень, очень рядом где-то с нашими границами. Приграничье, страна-союзник, там вот что-то, какие-то вот разборки будут. Какие-то разборки в семье, вот где-то внутри. У границ. Люди с одним языком, объединены кровью. Вот там почему-то вот что-то вот. Провокации. Слежка, подслушивание. Там вот что-то вот связанное, не диверсии, а именно вот что-то вот уже такое, переходящее на больший уровень. Не прощупывание ситуации, нет. Здесь что-то сумбурное. Вот, какая-то вот такая информация. Но это потом, это уже когда там август, когда уже плоды созревают. Так, давайте посмотрим повышение ставок. Интересно очень, что у нас там повышение ставок. Что сидеть-то просто так? Надо гадать, что такого. Пока интернет не отрубили, надо гадать. Так, повышение ставок, я вижу, будет в России. Опа, король. Карты выдают короля, либо королей. Это военные. Военная верхушка. Я вижу военную верхушку. Вот почему-то говорят, Путин сделал то, Путин сделал это. Мне почему-то не выходит, что Путин. Я вижу почему-то других людей. Там другие люди почему-то у меня показываются. Они в погонах. Погонах у них есть звание. Наполовину гражданские, наполовину какие-то военизированные. Вот что-то в этом духе. Я их вижу. 60-70 лет. Да, где-то так. 60-70 лет. Вот приблизительно. Их несколько.
Это не один человек. Путин. Путин стал, как, я так понимаю, большой брат, наверное, вот так вот. Ну, я не вижу, чтобы карты у меня его выдавали. Ну-ка. Нет, это не Путин. Вот он. Дорога. Дорога. Разговор. Другой король. Давайте так. Вот это вот основополагающее. Мы ее и рассмотрим. Вот он. Вот такая основополагающая. Мы ее и рассмотрим. Вот такая система у нас выпадает почему-то. Если Путин есть, хотя бы что-то карты как-то... Как-то уклончиво карты говорят насчет него. Уклончиво говорят. Просмотреть вот как-то его сложновато. Либо плохое состояние физическое, ментальное, психическое. Либо как-то вот... Как-то пустота выпадает. Зато вот каких-то людей показывают, которые у нас занимаются ситуацией всей. Я так понимаю. Я опять же так понимаю, что намек идет на вот таких вот людей. Больше боевых. Сейчас будем смотреть повышение ставок. Чего там да как. Интересно. Обман. Карта обмана. Две семерочки. Конец бедам и невзгодам. Повышение ставок. Так, погодите. Здесь что-то аккуратное идет. Аккуратно. Знакомство с женщиной пока я сказать не могу. Так, смотрим далее. Интерес со стороны молодого человека. Скорректированные планы. Планы будут корректироваться в ближайшее время. Корректируются планы. Планы, корректировка идет. Что дальше? А, тайный приятель какой-то у нас тут есть. У нас какое-то плюсом государство идет. Вот здесь государство. Оно к нам идет плюсом. Повышение ставок идет от него. Материально-технический план либо обеспечение. Несмотря на то, что здесь дама, это тайный приятель. Приятель это не значит друг. Приятель это такой, ну, приятный. Приятный господин. Помощь, совет младшего родственника. Так. Вечернее свидание. Повышение ставок пока конкретных я не вижу. Но здесь идет первая корректировка планов. И плюсом идет союзник еще один. Противодействия я никакого не вижу. Повышение планам. Ну просто нету. Противодействия нет. Ну вот так у меня выпадает. Ну как будут дела обстоять по факту, надо будет смотреть, потому что там идет в июне корректировка планов вот этих вот мужчин боевых, как мне карты показывают. По факту они управляют страной. Их показывают, потому что король выпадает под ними, король трев. Они вот должны стоять во главе... Краеугольном, короче, краеугольный камень. Уже заговариваюсь. Опс. Да, по факту они... По факту должны быть они. Ну, давайте посмотрим, чего у нас там наконец выпадает. Лето. Интересно все-таки. Чего у нас там такое? Ах.
Эскалацию конфликта я не вижу пока. О, тупик. Ну, тут тупик, да, у нас будет. Тупичок еще тот. Выпадает тупик. Отношения с начальством. Тупик выпадает. Июнь. Вот июнь. Корректировка планов идет. Июнь. После июня корректировки планов должна быть реализация какого-то большого проекта. Отношения с начальством. Это значит, что начальству перечить не нужно. По факту выпадает тупик. То есть мы сейчас находимся в тупике. Оно вот как у нас сейчас есть, оно так, скорее всего, у нас до конца и будет. Ну, у нас до конца. У нас, у людей. Вот какой режим сейчас сложится, такой режим до конца и будет. Потому что выхода я не вижу. Там никак не выйти уже из ситуации. Сложности идут внутри. Сложности идут внутри страны середина июля. С чем связаны? Мужчин вижу. Мужчин пока вижу. Отчаянных мужчин. Так вот у меня проигрывается. Получение значительных денег. Материальное обеспечение. Чего еще идет? Помощь от человека. Вскрытие интриг. Вот здесь вот. Помощь от младшего родственника или друга. Реализация планов каких-то идет. Планы скорректируются в июне. В июле. Какие-то неполадки будут в самой стране. Марш справедливости навряд ли. Бунт навряд ли. Мужчины вижу. Какие-то мужчины. Мужчины. А что они делают? Мужчины, я так и не пойму. Вот и июль выпадает. Июль мужчины. Мужчины. Июль мужчины почему-то. У меня и что они делают, я не знаю. Там какой-то дом. Казенный дом. Тустрев. Чего они делают в казенном доме? Дом, предприятие. Ну, казенное помещение, наемное помещение. Казенное, наемное, государственное помещение. Иногда обозначает больницу, но навряд ли здесь больница. Вот, там какие-то мужчины. Не берусь судить, пока отложу. Если будет ситуация, там про них я, может, расскажу дальше. Пока не вижу, реализация планов идет в августе, вот у меня больше. Это идет какая-то, скорее всего, приграничье, что-то с приграничьем связано. Но корректировка планов будет в июне. В июне. И плюсом, прикословить начальству нельзя в июне почему-то, вот у меня выпадает. И это вот как вот остается с нами до конца почему-то, карты мне показывают. Прикословить начальству нельзя. То есть вот какому-то королю пик или королям пик не прикословить в июне выпадает. Либо закон какой-то будет, либо вот как-то вот что-то будет связано с ежовыми рукавицами. Вот так у меня карты показывают. Повышение ставок вижу, но повышение ставок довольно грамотное. Без эскалации, никаких эскалаций толком нет. Противодействие, что самое главное, тоже толком нет. Оно вот как будто зависло все. Вот все зависло, и ни одна сторона никуда не хочет двигаться. А люди гибнут. Спасибо, что смотрели. Всем удачи и до свидания.